Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если хочешь бесконечное лето! Так, Андрюха там заказал уже, и Бабян скоро должен подойти с минуты на минуту, блин, хавать охота, капец, любимый мой Бургер Кинг, блин. Так, ну все готово, Димон, давай, кушай, братанчик. О, с пола, Макдональдс, спасибо, Андрюха, от души, слушай, блин. Но... А куда Бабян-то запропастился, где он? А как куда, вот он, блин. Здорово, Борис! Йоу, васап, хоуми, васап, броски, как ваше ничего, как ваши делишки, мутятся, крутятся. Здорово, Бабян! Опять ты со своим рэпом? Ну, конечно, мужики, я такой рэпчик сделал, такой текст накидал на коленки за секунду, прикиньте, хотите послушать? Ну, давай, новый трек, Бабян, ну, давай послушаем. Это, парни, это просто легенда, это будет мировой хит. Ну, давай, Бабян, поехали. Можете там биточку дать? Парень на русе, да я легенда, делаю кэш и я делаю деньги. Сколько на это потрачено миров, я никогда ни о чем не жалею. Хакнул систему, зови меня хакер, знаю все цифры, что на твоей карте. Я поднимаю гуап на свой, а дальше я не придумал, мужики. Бабян, в натуре залепила вот это трек. Нормально, да, мужики? А ну что, нормально, нормально. Вот это качает реально четко. Мужики, ну. А чё это там деды свистят? Я не понял, он там чё, твой рэп не понравился? Пошли разберёмся. А ну кому рэп Бабяна не понравился? Вы чё, не шарите за хип-хоп? Это новый рэп! Это стиль, это kill, bitch is gonna feel, туда его, блин. Его. Вот капец, так вот. Капец, парни, слушайте, дайте по кармашкам-то обшарюсь. Смотри, какая у них была бэха, парни. Кстати, Бабян, ты же знаешь, в клубе Малибу сегодня проходит концерт Моргенштерна. Предлагаю заехать и познакомиться, покажешь ему свой новый трек, возможно, запишите совместный. Скорее всего, он будет даже со Славой Бэброу. Вау, мужики, погнали, конечно. Погнали? Даже Слава Бэброу будет. Да, даже он, Моргенштерн вместе с ним, бабусяк, поехали. Да, поехали, так это я ключи от Бэхи нашел, садитесь, мужики. Ну, так погнали, Бабян, с нами, на одной машине. Бэха, Бэха, семерочка, мы едем на Бэхи в клуб Малибу. Сейчас мы там всех развеселим. Йоу, Бабян, вот рэп. Это рэп, Бобис, ну ты прирожденный талант рэпера, погнали. Смотрите, парни, сколько народу, и полиция, автобусы. Реально концерт Моргенштерна, походу, здесь проходит, в клубе Малибу. Давай припопковывайся, братанчик. Так, парни, но знаете что, мы же не подумали, у нас билетов-то и нету. А может быть договоримся с охранником как-нибудь? Да нет, нас еще вышвырнут, блин. Может как-то по-другому попробуем зайти? Да не, мужики, знаете как? Ну? Может через черный вход? А как, блин, мы откроем его? Да у меня есть отмычка. А, Бабян, ну давай, рэпер, погнали. Давайте, мужики. Нифига там столько тачек, смотрите, охрана Моргенштерна, что ли? Это, походу, охрана Моргенштерна. Вау. Давай, давай, Бабян, быстрее. Может, мы тачку Моргенштерна ломанем, чем в клуб пойдем? Да не надо, да Бобис. Давай быстрее, рэп запишешь свой. Давай уже по плану. Ладно, открывай. Сейчас. Давай, 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 давай. Чё, пробуем? Зараза, блин. Ну, слезла. Во, давай, во, во, о, хорош, хорош, Бабян, давай, давай, давай. Отлично. Ой, я лампу уронил. Да пофиг, тихо, только не шумите, парни. Тихо, тихо. Так, главное не спалиться, там вон люди, давай сюда, давай, 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 давай. Охранник справа, пацаны. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. А мы сейчас сольемся, как будто мы тут и были, парни. А, все нормально, все хорошо, вон люди танцуют. Все отлично. Так, а где Моргенштерн? Его нет на сцене, наверное, он в гримерке. Давайте в гримерку проберемся. Давайте, погнали. Так. Блин, девочка. Давайте. Так, давай, она не пропускает, давай здесь. Ого. Как? Как? Где? Там? Вот здесь проход, дверь есть. А, ну давай сюда, блин. Аккуратно только. Так, а гримерка на каком? На втором этаже, что ли? Ну, вроде как, да. Так, давайте, 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 давайте. Сейчас с Моргенштерна поздороваемся, Бабян. Иди первый. И со Славой Бэрбой. Давай, давай, Бэрба. Давай, быстрее, быстрее. Иди здоровайся уже, он прямо, наверное. Там он, наверное. Ой, мужики, боже, это как-то странно. Парни. А что такое? Это какой-то проклятый Моргенштерн, мужики. Давай вниз, блин. Ну нафиг! Ё-моё, Бабян, давай сюда! Вы давайте. Видели? Капец. Это проклятый Моргенштерн! А что с ним случилось, парни? Давайте убежим отсюда нафиг! О! Закрыто! Закрыто! Чё делать, мужики? Он проклятый, ё-моё! Может, через главный выход попробуем? Вход, давайте, парни! Давайте! Давайте, там народу много, у него еще кровь из глаз шла, видели? Угу. Парни! А все мертвые, он всех убил, этот проклятый Моргенштерн! Ёкарный бабай! Так, давайте через... Давайте быстрее! Закрыто, Валим. Мужики! Давайте Блин. Через главный вход! Что будем делать, блин? Тоже закрыто, мужики, он бежит! Давайте сразу, Андрюха, Бабян! Баби, быстрее! Он Андрюха! Баби! Парни! Беги, ё-моё, этот Моргенштерн, он проклят! Мужики! Капец!
Андрюха? Бабиан? Ой, блин, где это мы? Мужики, нас вырубил проклятый Моргенштерн! Стойте, стойте, мне казалось, что это мне приснилось, парни. Нет, не приснилось, мы где-то в ловушке, там забор. Нет. Тут мертвый чел, там все в крови, блин. Это что? Мужики, ну-ка, Бабиан, ты по карманам-то обшарил его, нет? Да, не успел, ну-ка, обшарь. Вы что, больные? Мы в лабиринте, блин, мужики, надо искать выход, давай за мной. Так, давайте пойдем, давай, Димон, веди, капец. Что это такое? Мы в какой-то ловушке. Вон он, парни, проклятый Моргенштерн, давай сюда. Давай быстрее. Погодите, тут женщине помочь, надо женщине. Еще один. Тут куча Моргенштернов, проклятых парней, смотрите. Капец. А, и здесь. Ой, блин. Тут тоже, давай сюда, они ладно. Они все в крови, эти Моргенштерны, что будем делать? Так, здесь тоже Моргенштерн, парни, мы в ловушке, выхода нет. Что будем делать, Бабиан, а? Что будем делать? Блин, мужики, слышите? Ну? Может, этот самое, песню Моргенштерна будем читать? Чтобы он нас отпустил? Да, любую какую-нибудь. Ну там, давай, дела, вот иди, дела. Иди спой ему, давай вместе все. Давай же рэпер. Как дела? Это мои роды. Дела. Как дела? Как дела? Делать деньги, блин, давай, вот давай, так. Продолжай, он нервничает. Он нервничает. Делать деньги, блин, вот так. Делать деньги, как дела? Это. Молодые Бобби! Нала номинала! Беги! Как дела? Как дела? Нет, парни! Он меня подкинул, мужики! Ё-моё, всех поубивал и меня, походу... Тоже! Ну что ж, ребятки, как вы уже догадались, сегодня мы будем выбираться из лабиринта, и преследовать нас будет проклятый Моргенштерн. Вы только посмотрите, как опасно он выглядит, настоящая страшилка крипипаста. У нас здесь в начале 4 Моргенштерна, но самое страшное, что еще огромное количество Моргенштернов, Алишеров находится в самом лабиринте. У нас правила, друзья, простые. Нам нужно либо найти выход своими ножками, либо найти спасительные порталы. Но нам нужно быть начеку. Помимо проклятых Моргенштернов, в лабиринте есть фейковые порталы, которые также ведут на смерть. В общем, друзья, если увидите проклятого Моргенштерна в лабиринте, срочно бегите! Ну что, парни, как мы будем сегодня действовать? Что мы будем делать? Вы взгляните, какой он страшный и опасный! Это просто капец! Балдежная пальма, я бы сказал. Молодой тут еще, смотрите, ага, какой. Друзья, также напишите в комментариях, нравится ли вам Моргенштерн, любите ли вы его или нет. Но у нас он здесь проклятый и страшный, реально настоящий монстр. Поэтому мы с пацанами действительно в ловушке, мы в лабиринте смерти. И пожелайте нам удачи. Ну что, парни, я предлагаю долго не затягивать, потому что, как я уже сказал, если видишь проклятого Моргенштерна в лабиринте, срочно беги. Поэтому лучше не стоять на месте, а бежать. Как только мы заходим в лабиринт, друзья, Моргенштерны начинают охоту на нас, только что-то он не начал. А, все, начал. Ух ты, портал! Что там, Бабиан? Вдруг это фейковый, аккуратно! Я выбрался! Ага, конечно. Андрюха. Андрюха тоже выбрался? Да. Да, я выбрался, братан. Вы оба выбрались, мужики? Да. Так, я бегу аккуратно, блин. Так, ребята, Моргенштерн бежит за мной. Один, второй, их два! Блин, это тупик, нет! Ё-моё, задушили. Добро пожаловать. Вот это новый Кадиллак, новый Мерин. Мужики, если честно, не идите в рэп, не лезьте туда. Рэп, друзья, он убивает. Вы видите, как нас убивает рэпер, проклятый Моргенштерн? Он не дает нам даже шанса, чтобы мы выбрались. Парни, на этот раз я пойду вот в этот проход и попробую попытать удачу там. Давайте, мы тоже. А давай все вместе, парни, а давайте бегать реально все время вместе. Может быть, так мы выберемся? Мы же банда, мы же друзья, мужики. Это точно, давай сюда, Бобсяк. Показывайте внизу, смотрите, что. А давайте, раз, два... Там выход открылся! Нет, не прыгай! Это вранье, друзья! Понятно. Это была ловушка! Хорошо, что я не прыгнул! Так, ладно, аккуратно. Так, Моргенштерн выбежал из-за угла! Ё-моё, блин! Гоп, стоп, подошел из-за угла! Ё-моё, так, там какой-то красный портал! Где-то светится, может, это выход? Блин, а как туда пройти? Ё-моё, где-то здесь светился! Все, я в ловушке, парни! Ну нет! Пожалуйста! Блин! Помянем. Мужики, я все понял, почему он проклялся. У него написано 666 на лбу. Это татуировка, она делает из него проклятого. Скорее всего, он набил татуху и его проклял сатана. Это сатана! Помощник сатана! Дьявола, помощник беса, проклятый Моргенштерн. Бес. Так, ладно, парни, крови здесь слишком много. Я не хочу, чтобы ни одна больше капля моей крови здесь осталась. Поэтому я бегу, парни, несмотря никуда, просто вперед. Красный портал, мужики, давайте прыгнем. А, может там, блин, я уже не успею. И уже не успеем, Андрюха. Моргенштерн в ловушку меня загнал. Андрюха, мужики, там везде ловушки, да не бегай ты передо мной, что ты, блин, перед носом моя, чеша. Так я ищу, это Моргенштерн. Ясно, я прям в помойку упал. Поздравляю. Вместе с Борисом.
Парни, я знаю тактику, его надо просто надурить. Надо делать вид, что бежишь в одну сторону, потом разворачиваться, ага. бежать в другую. И пока он будет читать свой смертельный рэп, мы его будем обманывать. Вот и все, у него же новый Кадиллак. Делать деньги, блин, вот так, погнали. Так он широкий, капец, ты думаешь, ты его так обманешь? Я думаю, его можно обмануть, парни, если постараться, очень Рама сильно. Рама два вандала. Лама, лама. Давай, давай. Рама два вандала. Так, о, он там, блин, парни, я все-таки хочу. Обманул. Блин, опять я тут умираю в этом месте, как и в тот раз, пожалуйста, Моргенштерн, не надо. Я сдох. Мужики, а чё у него на футболочке, это окей, значит, да, типа пальчиками? Ну это типа пальцем щелк и деньги в банк. Ого себе. Пальцы щелки мы выберемся. О, реально, может, надо было щелкнуть пальцем. Но смотрите, друзья, у нас тут на самом деле становится ситуация опаснее. У нас опустился густой туман, потемнело. И это значит, что проклятый Моргенштерн стал еще опаснее и страшнее. Нам и так, блин, было очень тяжело выбраться. Но сейчас, друзья, это сделать, скорее всего, реально невозможно. Но ничего невозможно не бывает, парни. Если верить в победу, она придет. Погнали. Чудеса. Погнали, верим в победу. Let's давайте. Go! Погнали, мужики! Мужики, давайте все выберемся вместе! Ну, ой, назад, Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, опять я тут бегаю, тут все в тупиках, в Моргенштернах, блин! Ау! Ой! Отойди, мужики! Блин, парни, страшно! Куда бежать, непонятно! Страха нет, не бойся! А, не боюсь, однако! Блин, меня сбило! Их куча, этих Моргенштернов, они меня окружают, блин! Давай, удачи, живи, братишка! А, ты сдох, вы все умерли, да, парни? Так, портал, как думаете, настоящий, нет? Блин, настоящий. Я не успел, пока размышлял. Долго думал. Сзади подкрался и убил меня. Ну, сейчас тогда все вместе побежим. Мужики, у меня такое ощущение, что Моргенштерн нас просто так не выпустит отсюда. А мы и спрашивать не будем, правильно, Бабиан? Погнали. Валим. Все, давай вместе, Бобис, Андрюху бросаем, погнали. Не понял, а что ты это такое сказал? А вот так, бежи. Сдохнешь, погнали. Ты. Я, кстати, ни разу в портал, парень, не попадал. Меня все время Моргенштерн убивал. Блин, там он красный, но как-то боюсь, блин. О, так, а вот, в земле портал, пошел! Понятно. О, здорово, братан, я слева. Ясненько, вон. А, кстати, в стене в красный портал еще прыгнул. Ну, прыгай, прыгай, молодец. Тут все фейковые, парни, блин. Блин, почти мог выбраться. Обидненько. Короче, парни, порталы, это тоже не вариант. Скорее всего, надо просто выход, может быть, искать, парни. Может, на башню залезем? Ну, блин, кстати, это как вариант, парни. Но я предлагаю Бабиан на вторую башню, которая в другой части лабиринта. Ну, давайте, побежали. Надо бежать. Попробуем, парни. Короче, я не знаю, ребят, какой это раунд, какая-то попытка по счету, но это невероятно сложно. Моргенштерн, он проклятый, очень опасный, блин. Злой, злой, очень злодей настоящий. Так, не сюда, блин, тут это все в тупиках. Бежим, бежим, мужики, вообще не тормозите. Валим, валим, валим. Так, смотри. Смотрите, как мы уже далеко, блин! Бобян, Бобян, аккуратно, аккуратно, Бобис, ты откинулся? Я прилег поспать. Нормально, Бобян, неплохо. Я еще живой, кстати. Я тоже живой, я вообще бегаю в каких-то непонятных, пацаны, местах! Бегал. Пока, братан. До свидания. Ну что, мужики, все-таки, может, побежим к ближней башне? Ну, скорее всего, так и надо делать, потому что до той мы не дошли. Погнали, блин. Делать деньги, делать деньги, делать деньги. Блин, вот так. Смотрите, землетрясение. О себе. Моргенштерн злится, парни. Ё-моё. Жесть, он прям очень сильно злится, походу. Уже, вон, ломается пол, давайте мужики. Давайте в портал прыгнем. Погнали. Спасибо, Бобян. Нормально. Отлично. Спасибо, Бобис. Четко, мы до башни, кстати, так и не добежали. Йоу, Моргенштерн, я вызываю тебя на Versus Battle по рэпу. У меня тут самый лучший друг, это рэпер. Я тебя порву вместе с ним, ты меня понял, ты... Моргенштерн, дурак! Я бы не связывался. Пока, парни! Бобян, я сразу побежал! Ты шутку залетел! Ты знаешь, Бобян, я так и подумал, что Андрюха сейчас довыпендривается, поэтому я сразу просто побежал. Короче, парни, я уже вот к башне, как мы и хотели, блин, прибежал. Давай, удачи тебе! А тут еще один портал, только белые мужики, блин. Прыгай! Чё? Я выбрался, парни! Как? Там портал у башни белый! Ты не гонишь? К выходу ведет! Нет, сейчас я залечу на крышу! Ё-моё, вот это кайф, а вы все умерли? Ну да, мы тут вначале откисали. Все, парни, изи, 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 а я выбрался. Ну что будем делать, Бобян, Димон нас кинул. Ой, Андрюх, даже не знаю, слушай, надо будет как-то вдвоем выбираться, получается. Слушай, он там что-то про башню говорил, может, туда сходим, а? Слушай, давай посмотрим, в натуре. Стоять, так, стоять, стоять.
Я своих друзей в беде не кину, парни. Я вам сейчас покажу этот портал, и мы все вместе выберемся от этого проклятого Моргенштерна. Я же вас люблю, мужики. Хорош, давай. Мы же все братья и семья, друзья. Да, семья. Семья важнее всего. Ну что, проклятый Моргенштерн, доигрался ты? Я знаю, где портал. Я сейчас выведу пацанов. Так что все, глотай пыль и жуй говно. Погнали, парни, быстрее. Парень, я сейчас покажу вам. Давай, он злится. Опять злится. А ничего страшного, парни. Сейчас мы выберемся со мной быстрее. Показываю, парни. Он, походу, слышь, знает, куда ты ведешь его. Да, я знаю, но ничего. Так, в этот не прыгайте, парни. Вот сюда надо. Вот сюда. Куда? Блин, а как? Он расставил ловушки, Бабян! Ё-моё, Андрюха, ты в ловушке! Давай быстрее искать что-то другое. Блин, давай наверх. Андрюха, давай наверх. Хорошо, блин, Бобби сдох, жесть. Он закрыл портал ловушками, друзья. Он нас обманул, этот Моргенштерн смотри, проклятый. Смотри, там все ломается, весь лабиринт, походу, идет в одно место. Ё-моё, прямиком в попу, погнали. Все правильно сказал. Так, Андрюха, может, найдем другой какой портал и реально выберемся? Давай-давай, поищем. Бобян, ты как там? В раю, нормально? Да-да-да, с кайфом. Давай, Андрюха, сюда. Так, блин, он здесь! А, я здесь, помоги, Дима! Андрюха, я в ловушке! Ё-моё, я в ловушке, братан! Я съел Моргенштерн, просто. Он меня поймал, друзья, в ловушку, смотрите, вон он! Ё-моё, что же мне делать, попробую выбраться. Блин, ё-моё! Блин, парни, и что нам теперь делать? Мы ж не выберемся отсюда никогда. Ну, походу, искать другой выход, блин, я не знаю. Погнали, мужики, тогда попробуем. Погнали. Давайте, мужики, не попробуем, не узнаем, правильно? Погнали, давай, Бабян, за Андрюхой, вон он давай, быстро давай. Бежит, только не отставай, блин. Давай, Андрюха. Локомотив. Погнали, сейчас найдем, беги. Блин, Андрюха, тут очень опасно, в прошлые разы меня тут Моргенштерны убивали, блин, слышишь? Так, там фейковый был портал, ну-ка. Да, я помню, блин, а здесь вообще, куда капец. Мы залезли, блин, мужики, так, давай сюда. Попробуем. Так, давай сюда, парни, я пойду на разведку, вот портал. Давай, попробуй. Заходите! Дай! Быстрее, это был Бобби! Бобян, быстрее! Давай, давай, Бобян! Вот он, блин, мне ногу там зажал. Успели! Капец, потолкнул, мне тоже задело. Офигеть, парни, мы все втроем выбрались в один портал. Вот это лайкусик, друзья, вот это настоящая победа, парни. Вот это я понимаю. Пойдем, Моргенштерна, наваляем, парни. Иди сюда, парни. Давайте, сышь ты, Моргенштерн, иди сюда. Сышь ты, сейчас мы его, давайте, парни, сейчас мы его найдем. Сейчас мы ему покажем, где раки зимуют. А ну, блин, сюда иди, тряпка. О, белый портал еще какой-то. Лучше не прыгайте, парни. Так, где этот проклятый, а? А ну иди сюда. Где этот проклятый? Куда делся, блин, а? Что-то он, походу, спрятался. Может, он парился, мужики? А ну, парни. Тиканул. Сейчас я его найду. Подлетайте, блин. Сейчас мы его найдем, блин. А вот он за нами бежал, смотрите. А, бежал. Ты сюда. А ну, погнали, блин, мужики, давай. Меня вырубил. Вот так вот. Ну что ж, ребятки, а вот такой вот интересный видосик у нас получился. Мы с парнем надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ссылочки на каналы Пэтсиков найдете в описании. Смотрите их видосики и стримы. Пишите, что нам еще позаписывать, какие идеи, какие ролики, какие фильмы, сюжеты, каких монстров. И мы все, конечно, сделаем. Ну а с вами сегодня, как всегда, были Оверфони и Бобби. Огромное всем спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять просто положительный комментарий. Подписывайтесь на мой также канал. Ну а на этом у нас точно все. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте, успехов и пока-пока. Всем бай-бай, дорогие друзья. Да, чуваки.